и откроет прослушивание 8-летний пианист из Франции Гийом Бенуэль. Его родители Клэр и Доминик. Они оба музыканты-любители, но отправили сына на первый музыкальный урок, когда заметили, что мальчик подбирает на фортепиано любую понравившуюся мелодию по слуху. А в 6 лет он уже исполнял итальянскую польку Сергея Рахманинова и завоевал гран-при на международном конкурсе пианистов в Зальцбурге. Ну, кстати, вдали от концертных залов музыка — это просто любовь, которой Гийом делится со своей семьей. Родители и сын собираются вместе, музицируют и регулярно устраивают мини-концерты дома. На конкурсе «Щелкунчик» Гийом представил весьма разнообразную программу. Были и классика, и романтика, и даже импрессионизм, что очень понравилось пианистке, члену жюри Елене Башкировой. Она отметила, что, несмотря на юный возраст, в душе Гийома горит огонь музыканта. А ее коллега, пианист Михаил Воскресенский, пожелал Гийому хорошо питаться, чтобы превратиться в прямом смысле слова в большого музыканта. Ведь 8-летний пианист едва достает до педалей рояля, хотя пользуется ими уже очень умело. Но ты видел, наверное, на прослушивании. Да, совершенно точно. А сейчас Гийом Бенуэль исполнит вторую и третью часть концерта Иоганна Себастьяна Баха «Фа-минор». Итак, Гийом Бенуэль номер 17 в голосовании за приз зрительских симпатий. Thank you.
Это был Гийом Бенаель, Франция.